вообще они на вырез выселились команды. Да, они просто сказали, типа, давайте сыграем, там я запишу на нем. Да, можно туда пихать. Это я последний там остался, я говорю, ну что, у меня пьемка. Я сейчас прошелся, блядь, а пацанов сейчас переезд. Поэтому, блядь. Да, ну, в общем, я раза 3-4 его спросил за доктора. Я говорю, мне плохо, ну хуёво, ну что делать-то? Он говорит, типа, ну, здесь доктор, тебе пофиг вообще. Им доктор так и не позвал. Чего вы здесь делаете? Да ничего не делаем, вот стоим. Я всю ночь стояли, как лошади. И как вы здесь оказались? Как вы здесь оказались? Не знаю, привезли. Сюда. Кто? Ну, комбат. Ну, по его, наверное, указанию. Отлично. То есть за какое-то нарушение, вместо того, чтобы отправить официально, засунули сюда, правильно? Да. Ну да. Хуйня, ребятки. Да, я думаю, в курсе, что тут. Мы как военнопленные. Кормят? Ну, сегодня еще ни разу не кормили. Вчера дали банку тушенки. Суп такой вот. И ночью уже, 4 часа ночи где-то, вот банку уличную дали. Вот все. Так, подожди.